Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Кулам 22705. Давайте мы ее распакуем. Эту машинку вы можете купить на сайте zersus.com. Ссылку укажу под видео. В комплекте у нас входит сопроводительная документация, зарядное устройство. Давайте его откроем. Сама машинка, насадка для увеличения длины, щеточка для чистки ножевого блока, масло и расческа. В чем особенность этой машинки? И, кстати, я забыл, док-станция. В чем особенность этой машинки? У машинки роторная, комбинированная, то есть вы можете одновременно заряжать и работать, а также он заряжается от док-станции, вот сзади, где подключается сам провод. Давайте я его подключу. Звучит он вот таким образом. В комплекте у нас идет 4 ножевых блока. Т-образный ножевой блок, это у нас снимает 0,3 мм. Второй вариант снимает 0,5 мм ножевой блок для рисунков и для носа и ушей, триммер, насадка. Вот весь комплектация, что входит в машинки. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, вы можете задать, я с удовольствием вам отвечу. Переходите по ссылке zersus.com. Давайте соберу рабочую место, как будет примерно выглядеть, чтобы нигде ничего не валялось. Так, расческа. И, кстати, насадка одевается только не на Т-образный, а на окантовочный обычный ножевой блок. Давайте я вам покажу, как это все происходит. Посадочное место. Каждый щелчок вы можете настраивать высоту, срезать 3, 5, 7, 9. Вот так примерно будет выглядеть ваш рабочий стол. Так что задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.